Это давеча, и мы продолжаем. На безопасность школ Кировской области в этом году будет выделено около 60 миллионов рублей. Эту информацию сегодня озвучили в Общественной палате региона. Там обсуждали, как обезопасить школьников от возможных угроз и избежать конфликтов внутри учебных заведений. Как сообщил замминистра образования Сергей Стяжкин, деньги пойдут в основном на закупку различного оборудования – заборов, турникетов и тревожных кнопок. Как отметили члены Общественной палаты, нужно усиливать работу в этом направлении. Обучать персонал, как действовать в той или иной ситуации. При этом нередко конфликты происходят и по вине самих учеников, либо педагогов. Представитель министерства заверил, работают и в этом направлении. Чтобы этих негативных факторов не было в образовательных организациях, у нас сейчас включается работа психологов. То есть дополнительно у нас созданы службы, которые проводят воспитательную работу, как с преподавательским составом, так и с потенциальными учениками, которые, ну, по объективным причинам могут попасть в эту категорию негативно.